1945. The Battle of Berlin is raging. Units of the Red Army meet stubborn resistance from the Nazi defenders. The derelict and bombed out buildings have been transformed into makeshift fortresses. In a bid to create a successful breakthrough, the Soviet forces would expend mass amounts of men and resources to gain a foothold in the ruins. Close quarters fighting would ensue, from house to house, floor to floor, and room to room. Areas classified as high priorities to the almost obliterated Nazi war effort were defended by units of the Waffen-SS who were armed with Faustpatrons. Слышал, что было вчера? Не спрашиваю. Новую медсестричку. Чем сегодня кормят? Вот приеду домой. Куда раненого? Есть махор. Вот приеду домой. Куда раненого? Не спрашиваю. Товарищ майор, капитан Земляникин прибыл в ваше распоряжение. Майор Жданов. Разведка? Мы вас ждали.
Сколько людей с вами? 3 бойца. Идем. Терентьев, что со связью? Срочно мне связь. Так точно. Капитан, ты со своими людьми как нельзя кстати. Смотри, вот здесь, в этих домах, немцы основательно засели. Никак выбить их оттуда не можем. Раненых уже размещать негде. А у меня приказ. Любой ценой. Но у этих гадов панцерфаусты и снайпер. Вчера пытались из пушки их. Ну, в общем, сам увидишь. Твоя задача. Во что бы то ни стало обнаружить и уничтожить снайпера. И по возможности зачистить соседние дома. Так точно. Я дам проводника. Он покажет, где и что. Ну и помощь вам не помешает. Больше людей дать не могу. Выступаете через час. Пока можете подкрепиться. Я распоряжусь. Кстати, капитан, тебе в шапке не жарко? Дайте ему что-нибудь полегче. Спасибо, не надо. После ранения у меня все время голова мерзнет. Ну, как знаешь. Разрешите идти? Разрешаю. Удачи, Земляникин. Она тебе понадобится. Терентьев, что со связью? Товарищ майор, есть связь. Смирно. Старшина Синицын, ваш проводник. Отлично. Вольно. 15 минут на сбор и выступаем. Задачу объясню по дороге. Всем все ясно? Так точно. Вон в том здании снайпер. Оттуда стреляет гад. Ясно. И позицию все время меняет. Голубев, на тебе снайпер. Так точно. Старшина, ты с ним. А остальные за мной. Пойдем в обход. Vorsicht! Ganz schnell zurück. Halte die Position. Снайпер. Schöner Schuss, Hans. Готов. Уходим. Aufladen. Granate. Nicht schießen.